Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдай. Мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется State of Decay Year One Survival Edition. Дополнение Lifeline. Ну что же, собственно, не зря я начал загрузки, потому что как только мы загружаемся сюда, мы видим тут уровень угрозы 2 и всякую прочую фигню. Ситуация на базе, ночь, бла-бла-бла. Текущая цель — спасти ценных специалистов. Давайте поглядим для начала, что у нас есть доступного. Собственно, в тайнике с припасами. Может быть, что интересного и найдем. Ух, ни хрена себе. Сколько всего прикрепить. А, нельзя прикрепить. Ладно. Так, положить 10, положить 10. Это пока мы оставим. Это тоже, пожалуй, скинем. Положить, положить, положить. Теперь что у нас по поводу патронов? Убойные патроны и еще убойные патроны. То есть, в принципе, одно и то же, по сути, 7,62, 7,62, да, непонятно, какая разница тогда, ну ладно, фиг с ним, возьмем тогда штучек, наверное, 50, потому что сейчас мы просто перезарядим нашу пушку. Глушак у нас на ней уже установлен. Так, 20 и 30 в запасе, прекрасно. Ну что ж, неплохо, смотрим на карту, что мы тут имеем, не играла практически, наверное, недели две, то есть, в принципе, все подзабыл это мероприятие. Что тут у нас, куда и почему и как, и ничего нового пока что я не вижу. Ладно, это рай, есть смысл как раз пока, может быть, базу улучшить, посмотреть, что у нас там доступно вообще из улучшений. У нас с вами довольно мало осталось боезапаса, то есть практически вообще не осталось, и, собственно, стройматериалов. Поэтому имеет смысл, наверное. Так, возможные действия. Запустить кинотор надо просто заправить и будет обеспечен электричеством на полчаса. Либо можем установить солнечные батареи, но не хватает у нас стройматериалов. Давайте сюда запустим просто генератор для начала. Так, тактика у нас, естественно, отбор. Пока есть этот приказ, солдаты будут нападать на зомби вокруг периметра, мы принижаем уровень угрозы. Да, пожалуй, это оставим. Здесь мы обустраиваем морозильную, все в порядке. Здесь у нас вроде как тоже все хорошо. В принципе, все здорово. Тут у нас спрашивается как раз снаряжение. То есть, по идее, все у нас окей. Хорошо, тогда можем, наверное, отправляться на какую-нибудь вылазку очередную. Я думаю, что вот на этой машинке. Давайте сюда просто поставим меточку на что-нибудь поблизости. Например, тут только что была толпа зомби, когда я приблизил, она убралась. Ладно, окей. Так. Что у нас вообще с громкостью игры? Как-то очень тихо. Можно сделать погромче? Настройки звука. Нет, к сожалению, нельзя. Все стоит на 100%. Ладно, хрен с ним тогда. Тогда, в общем-то, погнали. Вас заметила толпа. Так, ну давайте эту толпу распетляем до конца. Дабы уже можно было бы не париться. Так, готово, но это еще не все. Из толпы остался один зомби еще. Он выжил? Что-то я не понимаю. А, вот, наверное, вот этот, да, еще нет? Не, это у нас бронированный чувак. То есть хреновый. По сути, толпа уничтожена, но при этом как-то фиг его знает. Новых почему-то, ну, в общем-то, не написалось об этом. Ладно, неважно, короче. Просто поехали далее. Сгоняем сегодня в эту сторону, посмотрим, что мы ценного сможем тоже добыть, пока нам миссии новые не открылись. Поглядим. Может, что интересного. Осада зомби приближается, город больше не может их сдерживать. Первая волна. Слушайте, она возвращается тогда. Осада в самом разгаре. Фак. Твою же дивизию. Давай сюда вернемся. Блин, скорее, давай. Что же так много? Блин, только отъехал, да, и вот начинаются неприятности тут же на базе. Это, конечно, не есть хорошо. Но никуда деваться, придется возвращаться и, собственно, смотреть, чем мы там можем помочь. Там уже слышны взрывы. Твою дивизию. Зомби уже подрываются. Как будто документы не подорваться бы еще. Так, паркуемся. Понеслась. Жозе. Так, где-то у нас был, помнится, подъем очень неплохой. Так раз там вот можно было их отстреливать. Этих зомбарей вонючих. Давайте так и построим, пожалуй, тогда. Поднимемся наверх. Готовая операционная тем временем.
Ну что же, в принципе, понеслась. Промазал. Они заходят с востока. По-моему, они заходят с всех сторон вообще. Так, оттуда, да, вижу. С востока он прорывается, ублюдки. Готово. Ну, там прикрыли нормально вроде. Так, смотрим дальше. Что мы тут еще видим интересного? В принципе, пока что справляемся с угрозой вроде как. Вторая волна. Еще должно быть поинтереснее. Там большие, по-моему, пошли зомбари, да? Мощные. Так, прилетает тем временем вертушка. Фак, этот бронированный ублюдок. Вы так просто не достанешь. Давай, мочи одного. Мочи второго. Мочи третьего. Вот же что, твою мать. Открываем давай. И просто втаскиваем им. Так, хорошо. Помогаю, братья, не помогаю. Хорошо. Но там уже с той стороны нужна помощь. Бегом туда, в то крыло. Зомби прорвались. Ох ты, ёп, перный театр. Вот это печаль, по-моему, вообще. Давай! Твою мать! Твою мать! Фак. Очень мало жизней. Твою мать. Фейлот. Осажденный. Осада снята. Ну да. Твою мать. У нас так мало народа. Минус еще один тут же. Да, что-то как-то вообще неудачно, друзья. Начало серии, прямо-таки скажем, вообще не айсовое. О, фак, а. Вот это да. Просто потеряли бойца. Удалось прожить. Найден рюкзак павшего союзника. Твою же дивизию. Дерьмо. Так, какие-то ворота они сломали, да? Посмотрим по-быстрому. Эти вроде целые, эти тоже. Вроде все ворота целые. Какого хрена тогда? В чем, собственно, проблема? Ладно, плевать на этого союзника потерянного. Давайте просто сбросим груз с трех материалов. И посмотрим по улучшениям. Недоступно, недоступно. Заготовить сухпайок. Тут все хорошо, тут все здорово. Тут ставим, тогда пополнить запасы, заложить мины. И здесь, в принципе, они и так, по идее, стоят. Так, посмотрим тогда в ящике с припасами, что мы там можем интересного раздобыть для себя. В принципе, все есть, кроме лекарства. И, пожалуй, рюкзаки стоит, пожалуй, одеть большие, если есть такая возможность. Большой рюкзак экипировать. Отлично, маленький тогда скинуть. Хорошо, теперь что касаемо лекарств. Метадон. Как же так-то, а? Довольно быстро меня сожрали. Блин, этот ублюдок может только по три таскать. Ладно. Три так три, в принципе. Патроны оставим. Все равно пользуемся ими довольно активно. Забыл еще глушак поставить. Это большое упущение. Пожалуй, стоит прикрепить. Вот так-то лучше. Так, что по миссиям? Ничего нового по-прежнему нам недоступно, да? Да. Ничего нового по-прежнему нет. Как-то, короче, вообще хреново получается, друзья, да? Вообще очень-очень. Командир Теда Дальняя Дорога, Черный Роджер, мы получили еще одно послание от Клео, но не похоже на остальные. Это Клео, заказ получен. Прикол? Прикол. Сообщение повторяется каждые 5 минут, и мы, если правильно определили координаты, ждите гостей. Нам пока не показано, где это сообщение. Будем дать вас в курсе, конец связи. Так. Нам все еще не показано, где это. Ладно, тогда хрен с ним. Тогда едем по своим делам просто-напросто, а там уже посмотрим. Сможем еще что-нибудь интересного раздобыть. Откроются какие-то нам сюжетные миссии, наконец-таки, или нет. Хрен его поймет пока что. Так, куда бы тут поехать-то, интересно? Угу.
Dead end. То есть тупик. Ты реально хочешь сказать, не проехать будет на машине? Не, можно. Можно, можно. Хотя, пожалуй, того не стоит. Грёбаные зомбари. Чёртовы ублюдки. Так, ничего не осталось. Здесь у нас тоже все уже обыскано. У нас тут все обыскано на самом деле, все облутано. Danger Zone. Ух ты, мать твою. Вот это я заехал, конечно, удачно. Ничего не скажешь. Тачку будут меня сдолбать, блин. А по-моему уже. Фак. Давайте-ка отсюда выметаться нахрен, пока мы же можем еще это сделать. Ёперный театр, давай! Понятно, выходим, выходим. Ах ты твою мать. Да пипец. Давай! Метадончики? Хорошо, живы будем, не помрем. Спокойно, родной, спокойно. Просто отходим нахрен. На безопасное расстояние. Офигеть. Какая здесь заваруха. Смотри, это шустрые зомбари, кто угодно. Всех мастей, короче. Кто навылазили, черти. Да, вот это, конечно, неудачно заехал, ничего не скажешь. Danger Zone. Первый раз мы так увидим с вами тему, да? Вроде как до этого мы такие вещи не находили. Два жиртреста, да ну нахрен! Два, друзья, представляете? Все, тачка раздолбана в мясо. Только на прошлой неделе доктор Горн несколько раз ходил к судмедэксперту Тимоти Холл. Там должны быть ранние образцы этой заразы. Лаборатория судмедэксперта тут была декорирована, там, так что там, скорее всего, могут кто-то быть. Вас понял, выполняю. Ну что ж, отлично, доступно новое задание. Спасти какого-то там чувака. Твою мать, да откуда ты тут подкрался, ты ублюдок чертов, а? Умри. Гребаный говнюк. Так, спокойно, спокойствие, только спокойствие. Готово. Фу. Ну что, пробуем защитить Danger Zone или не будем рисковать? Мне почему-то кажется, что лучше не стоит. Ага. Ну тут ты был, ублюдок. Я оказался немножко быстрее, чем ты. Очень мало здоровья, опять-таки, я что-то не заметил. Даже когда мне такого отняли. Так. Хорошо. Где эта точка? Получается так, спасти Тима Холла. Тимоти Холла, точнее. Ну, поехали, попробуем. Только надо бы сейчас на шоссе где-нибудь выйти и немножко подхилиться. Давайте, в принципе, здесь пока-то безопасно. Относительно. Закинем еще чуть-чуть метадончиком. Норма. Да ни хрена это не норма, блин. Одному из наших срочно нужна помощь, высылая координаты. Ну-ну. Может, конечно, и поможем, но явно не сейчас. Сейчас нам явно не до этого. Блин, все равно как-то очень грустно от того, что персонаж подох. На таком ровном месте вообще. Во время осады. Это такой бред, блин. Эх, твою мать, а. Ладно, делать нечего. Погнали.
Так, есть как поблизости получается, да? Замечен свирепый. Помогите убить свирепого зомби. Ну его нахрен этого свирепого. Тут вон и без него хватает приключений. Так, хорошо. Покатаемся, пока поуничтожаем зомбарей, а потом, собственно, пойдем уже вовнутрь. Ну, в принципе, наверное, пора. Да твою мать, да как же так-то, а? Быстрее. Быстрее, пожалуйста, приезжай это дерьмо. Это было довольно громко. Мать его. Скорее, 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 скорее. Ну уже, пожалуйста. Здорово, старина. Все мертвы уже, все, забей. Забудь. Военный? Не могу поверить, я думал, что выжил только я. Доктор Холл, вообще-то у нас к вам дело. Как-то связано с теми трупами, которые привезли на прошлой неделе? Я был прав, не так ли? У всех них была одежда и такая странная патология, хоть и поступили они ко мне из разных мест. У тебя еще остались какие-то дела? Да. Блин, дерьмо, надо еще помочь ему тут. Да фак! Я-то думал, за мной пойдет сразу, а он еще тут индикатор сбора, блин, свой дебильный опять включил. Ладно, придется ему помогать собирать. Где он там? Охренеть вообще. Так, нахрен. Дверь, пожалуйста, закрой. Спасибо. Теперь собирай, давай бегом. Я пока похилюсь еще последним метадонщиком. Ну и, собственно, все. Лекарств у нас больше нет. Так же, как и патронов, к сожалению. А это реально печально. Так, спокойно. Готов один, готов второй. Вставай давай, ты уже все, нормально, тебя никто не трогает. Сколько здесь гребаных зомби, а? Ты посмотри на это дерьмо. Вообще немерено. Прикончи, говорит, его с удовольствием. Слушай, пойду поищу патроны, может тут будут. Фак, ага, поискал. Дай пройти, мать твою. Ладно, пока не снаружи, индикатор сбора работает, а это самое главное. А значит, шансы у нас еще есть. Так, сухпайок, скорее, пожалуйста, сожри этот сухпайок вонючий. Мать твою! Сожрал, успел. Только доктору опять нужна помощь. Ох ты, детка. Помогаю, помогаю, пытаюсь. Проломи, говорит, ему череп. Пытаюсь, мать твою. Все, жив? Ай-яй-яй-яй! Сейчас я подохну опять. Да, господи ты боже, сдохни. Сдохни, ублюдок! Жизни! Хана. Давай! Фу, мать твою. Доктор сдох, да? Я что-то не понял. Да, доктор сдох. Да ну нахер. Блин, нереально просто. Пфф, вообще бред какой-то. Да ну, как ты знаете, что меня вообще не прет, и, пожалуй, я не знаю, наверное, к прохождению я просто-напросто не буду доигрывать, потому что, ну, сами видите, что происходит. Персонажи подыхают. О, лекарства, неужели? Персонажи подыхают, короче, все очень плохо. На тебе в щи, ублюдок.
Прибежает толпа зомби опять. Не знаю, короче, имеет смысл вообще дальше продолжать эту игру, потому что я понимаю, что может это интересно, конечно, смотреть, но что-то как-то играть-то не особо интересно, потому что просто-напросто все нужные нам персонажи, в конце концов, подыхают нахрен. Тут как-то какая-то то ли сложность нереальная, то ли просто я отвык от этой игры. Что-то просто нифига не выходит. Поехали на базу, персонаж слишком уставший. Давайте поставим метку, чтобы нам было проще ориентироваться, куда ехать. Короче, как-то у меня самого перестало переть, видимо, поэтому все не получается. А когда самого не пьет, то и, собственно, проходить дальнейшее не планирую, потому что, смысл. Если мне не нравится, то я буду делать унылый летсплей, и вам тоже не будет это нравиться. Я думаю, так, давай еще переверни машину, конечно. Почему бы и нет? Сходи пешком. Сейчас, скорее всего, персонаж тоже сдохнет. Очень может быть. Да, вполне вероятно. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Сядь в гребаную тачку. Угу, сел, мать твою. Офигеть. Боже мой, что творит этот персонаж? Что он делает? Что делает этот вояка? Давай, давай, мать твою, давай, ты сможешь. Ты сможешь. А может и нет. О, господи, боже мой. Все, валим, 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 валим. 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 О, да. Фу. Охренеть. Охренеть. Угу. Твою мать, еще одна. Нет, все, короче, в топку. Возвращаемся на базу, друзья. Вы уж меня, пожалуйста, простите. Но это будет финальная серия этого, мать его, великолепного прохождения. Потому что как-то, не знаю, меня совершенно эта игра перестала переть, и лучше я что-нибудь другое для вас пройду, что будет более интересное, менее забагованное и более, скажем так, удачливое, потому что здесь как-то вообще нам по-крупному не везет. Очень по-крупному. Да, беда-беда. Все тачки раздолбали, и как-то все вообще херово выходит. Надеюсь, вы не обессудьте, не обидитесь за это. Я понимаю, что многие эту игру ждали прохождения, но сами понимаете, что, блин, практически ни одной серии не было удачливой. То у нас какие-то технические заминки, то какие-то баги в самой игре, то просто как-то нам очень не везет, да. То есть хрен пойми, что происходит в игре. Постоянно какая-то непонятная, нездоровая канитель. В итоге, блин, все, за что мы тут не брались, просто-напросто погибают. И это, блин, хреново. Реально хреново. Надо как-то передохнуть. Да, давай, передохни, пожалуй. Ну что же, ладно, как бы то ни было, надеюсь, что вы не особо расстроитесь, надеюсь, что вам понравилось, ставьте лойсы, не забывайте про комментарии. Я вас уверяю, что я найду альтернативу очень хорошую этой игре и что-нибудь такое еще связанное с зомби. Мы наверняка с вами в ближайшее время поиграем. Спасибо за просмотр, в общем-то, и до новых встреч в новых прохождениях. А это была забагованная, кривая, сырая и убогая State of Decay Lifeline. Даже сейчас, видите, я на него замахнулся, он меня успел укусить. Чертов вонючий ублюдок. Ах, какой-то бред. Ладно. Всем пока-пока.